В Госдуме предложили ввести новую школьную дисциплину для младших классов «Моя Россия». Автор инициативы, депутат Ирина Яровая, считает, что нынешние школьники мало знают историю страны. Эта идея вызвала как резкую критику, так и полное одобрение. Мы решили узнать у псковичей, нужно ли в младших классах школы вводить новую дисциплину «Моя Россия». Я не думаю, что это будет хорошо, потому что школьники и так загружены предметами. Вот, и нужно просто пересматривать общий курс. Вот, я абсолютно согласна с замечанием Путина на его выступлении в послании Федеральному собранию о том, что в учебниках творится сейчас такая анархия. Там не пойми что, потому что всем позволено писать свои собственные учебники, и их содержание вообще вызывает очень много вопросов. Вот с этим я согласна. Точно. Вот. А у ребят сейчас масса предметов, там и окружающий мир, у них дополнительных много всяких. Я не думаю, что это будет хорошо. Да, я считаю, нужен, потому что у меня дочь историк, и я слежу за ней, и поэтому думаю, что надо. А вот. То, что нагрузка увеличится, ну, младшая школа же. Ну уж не такая большая нагрузка будет. Соразмерно возрасту детей нужно им рассказывать соответствующие вещи. Но обязательно нужно говорить. Говорить хорошее, рассказывать. Для того, чтобы, ну, дети, это же наше поколение. Мы так упустили 2-3 поколения. Они вылетели в трубу. Поэтому сейчас надо возвращаться к хорошему, к честному. То есть вот этот школьный предмет можно, но соразмерно? Соразмерно, да. Чтобы не было таких перегибов, как вот сейчас наш ВВ говорил на этом абзац из 9 строчек. И вся Отечественная война для ребятишек уже среднего технического образования. Это несерьезно. Не знаю концепцию, поэтому не могу оценить. То, что о России нужно знать, да, надо, то... Вроде бы должна быть в плюс. Поскольку не знаю концепцию, ничего не могу сказать. Нужно, дети давно выросли. Нужно конкретно смотреть по тому, что предлагают. Конечно. Слышала последние вот эти изменения, да, то, что очень плохо Сталинградская битва освещена и все. Но давно не читала учебники, поэтому уже дети давно закончили школу. Внуков пока нет. Я считаю, нужно, наверное, чтобы знали о России, об истории страны больше. А вот то, что больше нагрузки от этого будет, как вам кажется, ничего страшного? Нет, надо привыкать, то, что потом в будущем, когда там, потом не в старших будет. Классах все равно там столько же нагрузки будет, даже больше. Я считаю, что нет. А почему? Потому что история России есть. Ну, не в младших классах, а вот хотят еще и в младших классах дополнительно, видите? Мое мнение, что нет. А для чего? Я считаю, что в младших классах деткам пока есть чем заниматься, а в дальнейшем вот 5-й класс и выше, там средняя эта школа, как раз вот здесь вот я считаю, что более оптимально есть история России, там предметно все выдается. Вот мое мнение такое. То есть коней гнать не нужно? Я думаю, что нет, не нужно. Я бы не против была бы такого предмета, если бы все-таки бы утвердили бы этот закон, да. Знать свою родину – это очень хорошо, и дети должны вот с таких лет начинать как-то развивать свой интеллект в этом направлении, поэтому я только за. Если мой ребенок будет вот в этом году, мы пойдем в школу, я только за буду.